Росреестром реализована возможность извещения через официальный сайт Росреестра участников долевой собственности о продаже одним из собственников своей доли в случае, когда число сособственников более 20. За публикацию на сайте Росреестра извещения плата не взимается. Разместить такое извещение собственник может через личный кабинет, вход в который осуществляется с главной страницы сайта Росреестра. Новая функция в личном кабинете Росреестра позволит собственникам недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими доли в праве общей собственности. Управление Росреестра по Чувашской Республике обращает внимание, что обязанность известить всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли установлена Гражданским кодексом Российской Федерации, в связи с чем продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою долю. Такое нововведение касается только тех, кто продает, например, долю на земельные участки сельхозназначения или под гаражными боксами. В этих случаях, как правило, имеется общедолевая собственность, и число граждан бывает довольно большим. Например, в гаражных кооперативах насчитывается по 100-200 долевиков. Применяется такой порядок и при продаже нежилых зданий. Если же вы продаете долю в квартире или доме, то порядок извещения в таких случаях будет применяться стандартный. Напоминаем, что сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению.